Привет, друзья! С вами канал Настолки Лайф, Денис, Тимур и Аня. И мы продолжаем наши кланко-легасевые походы. И в этот раз это будет поход номер 4. Если вы смотрели наши предыдущие три части, то знаете, что в этом мире творится черт знает что. И от партии к партии постоянно меняется тут просто максимум. Максимум на карте, в картах и в событиях. Коротко о том, что произошло в предыдущей партии. А произошло на самом деле не очень много. Эльфы попросили нас выкрасть меч у герцога Дюка Ньюкима. Мы его выкрали. Точнее, я его выкрал, да. Но не стал его возвращать эльфам. Где наличные? Да, зачем? Мне кажется, вампиру меч больше пригодится, чем каким-то эльфам. Поэтому они озлобились, и я думаю, наверное, это скажется еще однажды на ситуации в игре. Жадный Добби немножечко пофорсировал события в прошлой игре. Ну, потому что он оправдал свое имя. Да, он схватил, по-быстренькому схватил тяжелые металлы и упер в таверну к тебе. Поэтому партия закончилась довольно быстро, событий на самом деле было не очень мало. Одно из главнейших событий, которое произошло между партиями, это то, что злобный Малатрекс поменял себе шлем с синенького на черненький. Но он все более злой становится. Он злится, да, с каждой партией все сильнее и сильнее. Все, это все, что касается предыдущей партии и произошедшего между. Денис, расскажи нам, пожалуйста, что нас ожидает в новой партии, в новом походе. Ничего хорошего. Итак, ну, я напомню, что мы получили все бронзовый статус, мы уже не какие-то зеленые новички, с нами даже уже люди начинают считаться, и с нами связывается очередной наш работодатель. Ань, напомни, как ее зовут? Ее зовут Гарджи. Гарджи, это большая арчиха, которая является президентом гильдии горняков, и она рассказывает нам то, что... Повсюду, по всей стране происходят странные землетрясения, тектонические сдвиги и так далее. И говорит, что это, скорее всего, связано с какой-то темной магией, следы которых они находят то тут, то там. Прикольно. Они говорят, что надо бы пойти разобраться. Чем больше таких следов различных ритуалов мы найдем, тем будет лучше. Но мы должны их изучить и доложить. Она немножко помялась и также сообщила, что наняла наших конкурентов, потому что дело-то серьезное, люди страдают. Этих опять Дрен? Дрен Энтерпрайзес, да. Но мы немножко побурчали, но делать нечего, выживать как-то надо. Поэтому согласились. Расскажи, как это в игровой механике отразилось? На некоторых клетках игрового поля есть магические круги. Мы с ними взаимодействовали, когда помогали магу, если не ошибаюсь, Ризу, да? Ну да. На каждую клетку магического круга мы положили... Монеточку. А, кстати, подожди, это же контракт у Ани. Ань, да расскажи ты отсюда, ей удобнее. Ну, сетап у Гарджи такой, что мы кладем монеточку на каждый магический круг, и первый, кто встает на эту клетку, получает эту монеточку. Когда наш Малатрекс достигнет печати, да? Да, специальной отметки. Последней клетки. Мы сможем... те, кто находится в руинах, вот в такой клетке, получат бесплатно том. Да, 5 победных который, очков. Да, приносит 5 победных очков. А в конце игры тот игрок, у которого больше всего карт в колоде, получит на халяву корону. И, я так понимаю, неважно, да, что у него есть уже... Даже если у тебя есть корона, ты можешь получить еще одну. На халяву. Ну, в какой-то веке работодатель, который не штрафует и не наказывает нас как-то, везде плюсы. Ну, это работодатель от слова «работа», а не от слова «раб». Вот просто до этого нас эксплуатировали просто по полной программе. Орки честные. А что еще было с вот этими магическими клетками? И к нам пришел квест. Давайте мы... давайте с него и начнем, раз он новый. Итак, каждый раз, когда игрок вступает на клетку с магическим кругом, он оставляет кубик из своего резерва на этом магическом круге. На каждом магическом круге каждой клетки может находиться кубик, только один кубик каждого цвета. Когда игрок выставляет свой второй кубик на поле, то есть надо посетить, ну, как минимум две таких клетки, то в конце своего хода он прочтет специальную эту врезочку 183. Интересно, может, какие-то магические штуки. Ну, наверное, мы что-то запустим, какой-нибудь ритуал. Да, прикольно. Это раз. Теперь осталось у нас 4 квеста с прошлого раза. Они очень быстро рассказываются. Напоминаю,
как пузырики-пузырики. Это квест про пузырики-пузырики. Помнишь? Квест про ведьма все еще ждет. Ведьму, которая ждет зелье. Одно? Она просто какое-то зелье просто принести. Посмотрим. Надо безглядеть. Затем преклонитесь перед Молотрексом, игрок, который в течение своего хода сдаст артефактов, жетонов, монет на сумму в 20 победных очков, преклонит свое колено перед величественной уткой. Сдаст? Да, ты тратишь свои 20 победных очков. О-о. Но есть шанс получить за это что-то. Но никто из нас это не решается. Ну, мне кажется, жадный Добби, его жадность одолеет. Ну, посмотрим. Ну, круто, звучит круто. Напомни, 20 монет и... Просто 20 монет. Все. Если... А, еще, да, все. Или если любой игрок имеет 2 драконьих яйца до того, как это произошло. То есть, чисто теоретически, вместо того, чтобы сдать 20... Но там разные заключения. А, ну, заключения разные. Ну да, за 2 яйца, то он нам отрежет кое-чего. Думаешь, в этом дело? Ну, конечно. Это же его яйца. А, ну да, у дракона 2 яйца. Он же Молотрекс. Ну, она же утка, у нее много яиц. А, ну так, ну, может быть. Ладно. Положите меня в повозку. Это услуга «Трезвый водитель». Да. Просили нас исследовать вот то, что мы открыли, но жадный Добби сделал все для того, чтобы сюда вообще даже не дошли в прошлой партии. Так что посмотрим. И последнее о том, о чем Денис сейчас нам поведает. После прочтения пролога к игре 4, который мы вам сейчас поведали, нужно прочитать 63. И буквально еще секунду у нас появились 2 новых точки на карте. Вот здесь и вот здесь. Вообще не представляем, что нас ждет за ними. Достигнем, посмотрим. Денис, пожалуйста, расскажи нам, что происходит с 63. Итак, как и все в этом мире, магическим образом прямо в воздухе в нашей комнате появляется письмо с печатью Дрэн Энтерпрайзес, наших конкурентов и местных злодеев. За авторством самой Портензии Дрэн, которая является директором этой конкурирующей фирмочки. В нем, в письме, она насмехается, что молодцы, что мы тратили время на изучение всяких повозочек, установление торговых путей и так далее, пока они занялись другой задачей, которую, кстати, нам в прошлый раз предлагали, и налаживали связи с магическим сообществом, дружили с магом, изучали различные аномалии и так далее. Вот, она нас поблагодарила, что мы занимались ерундой, в то время как они получили много преимуществ за счет этого. Ну, ничего, кроме как пожать плечами, нам не оставалось, а ребята продвинулись немножко вперед. Расскажешь? Да, к сожалению, нам пришлось нарисовать еще целый крестик на треке злодейской корпорации Дрэн. Мы все ближе к тому, чтобы получить от них еще какого-то знатного леща. Что же произошло? Нам открылась новая локация. Новая локация, которую мы не открыли в прошлый раз. То есть у нас был выбор пойти в эту сторону или в ту. Да, Аня выбрала повозочки. С этой стороны, если бы мы пошли, видимо, мы бы открыли в тот раз как раз вот эту территорию. Она просто огромна. Появился новый артефакт 18. Появились новые мистические фрукты. Не третьей стоимости, ну, кстати, не с 3 победными очками, а с 5. Появился какой-то замок огромный, очень красивый. Кстати, чем-то напоминает Дюка Нюкема, только такой дарк, да, такой. Ну, это твоё поместье вампирское. Моё вампирское поместье, да. Очень новые вейпоинты. И самое главное, появились на карте новые элементы. Это агенты Дрэн Энтерпрайзес. Здесь наклеилась новая наклеечка, куда мы в начале каждой партии будем размещать агента. Каждый раз, когда игрок останавливается на клетке с таким агентом, он может потратить 2 меча, либо пожертвовать своим интернам, которых мы до сих пор еще не встретили, чтобы избежать сражения. Потратив 2 меча, мы сможем победить и взять этот жетон себе на обратной стороне, а их тут кучка этих жетонов, на обратной стороне каждого 3 случайных награды, и там могут быть классные всякие. Ну, правда, есть и плохое, это злиться утка, но там есть и получи жизни, и получи монеты, и еще там что-то крутое. Ну, вот с этим мы встретимся, когда будем биться. А если не побеждаешь его? А если не побеждаешь, ты получаешь просто леща. А, и агент остается на месте. Да, агент остается на месте, ты просто теряешь жизнь и можешь двигаться дальше. Появился новый город, который надо было назвать, мы его назвали Дакхэм. Так что, учитывая, что тут происходит какой-то ужас... Чертовщина. Да, здесь, значит, ужас Дакхэма у нас. Вот, самый настоящий. Ну и последнее, о чем стоит напомнить... Мы не сказали об этом просто чуть раньше. Нам добавился новый предмет на рынок, вот в предыдущей раскладке. Это бэкпак, это рюкзак,
они, такие да. жетоны есть у нас в базовом. Да, в обычном фланге. Он позволяет таскать до 2 артефактов. Это очень важно, может оказаться, на самом деле. Ну и напоминаю, Кирочка у нас появилась в прошлой игре. Им вот Mail Call, вот этот квест, который нам вот это все принес, он уничтожается. И я полагаю, мы готовы начинать играть, да? А про 7 карточек мы рассказали? Да. Ну, напомните, я пока перемешиваю, напомните, что здесь происходит. Так как я там завершила какой-то квест, мне предложили апгрейднуть нашу таверну, и я выбрала вот такой... Блюдце с предсказанием. Бассейнчик. Бассейнчик это. Хорошо. И теперь на нашем рынке 7 карт, а не 6. 7. Прикольно. Так, я раздаю сейчас из нашего хранилища 3 артефакта. А, мы же да. Еще... Надо определить, кстати, первый игрок. Давайте кидаем кубики. Давай. Видимо, так, не я. А где-то у меня кубичек тут был специальный. Сейчас я подам. Так, а я... Давай. Бросаем. У меня всего лишь 2, Денис. 3. Пожалуйста, пусть это буду я. Мы с тобой перекидываем. 3. Стабильность, признак мастерства. Денис выбирает первый. Хорошее начало, Даки Джонса. Держи. Итак, кстати, у меня личные цели победить агента Драйна. Наконец-то это имеет смысл. Кстати, а у меня разграбить руины, а я ни разу еще не вступал в руины. Странно, ожидаю, что ты в ВМКР. Ну, ты должен там жить. Итак, у меня что-то с интерном связано, но мы до сих пор не знаем, что такое. Драфтян! Да. Мы это будем? Ты нет, ну сброс положишь, расскажешь, что оно происходит. Я надеюсь, мне не достанется опять плащ. А, я не последний выбираю. Кстати, мне достался тогда плащ, я переживал, а в итоге победил. Так, почему ты так смотришь? Часовой, да? Да. Не хочу быть последним. Это не всегда. Не дурно случается. Ну-ка, ну просто... Слышь, я не взял еще. Я отложил то, что я не... Тихо! Тимур, каков ваш план на сегодняшний день? Ладно, у меня... Выжить. Ну, переворачивай и рассказывай, что там. Проклятый том. У моего Добби тяга к литературе. К проклятой литературе. Которым он мутузил всех в прошлый раз. Ну да, да. О, кстати, отличное оружие. Мы же этот... Мы определили, кто первый игрок, соответственно, ты получил 3 кланка, я получил... Наоборот. Кто последний, тот и получает 3 кланка. Нет, кто первый, тот и получает 3 кланка. А я один, да. Сейчас мы еще за карточки дадим. Да, за карточки. 2 энергии дает, если, когда я его разыгрываю, у меня есть другой том в дискарде или в игровой зоне, включая такие и ну, вот... понятно, все томы. То я тяну карточку, ну... А, ну понятно, подробно. Ну, странный. Так. А тут бестолковый совсем. О, ну слушай, блин. Блин. О, я дам Ане, она такие любит, держи. Твой стандартный мяч. О, да. А я этот взял кредит. Ну ты кредит, ипотека. Ипотечный кредит, да. Значит, одну энергию дают, когда разыгрываю 2 золотых. Мы берем в свою руку. Нет, это в сброс идет, потом вернется. И 2 кланка. Кстати, а ты 1 кланк получил за нее. А я ничего не получил. Да, ты молодец. Почему? А, это у вас. Это у нас такой эквайр, да. Так, это сюда. Денис, давай. Чё? Погнали. Парад у нас с плохим ходом. А точно мы в кладбище? Да. Итак, я нашумел. Пожалуйста. Отвратить мне просто ход. Надеюсь, умру не я в этот раз. Надо сделать все просто, чтобы это Денис был. Вот и все. Я думаю, это честно. Ладно, ладно. Куда ты пошел-то? А, он две ноги себе раздал, смотри на него. Да. И у меня есть 2 энергии. Ой, даже не хочу мерсенарий покупать, он такой ужасный. Кстати, тут вот прикольный, сразу с печатью превосходства пришел. Он стоит 4, правильно? Нет, я просто к тому, что... Так, trash a card in your play area or discard. Ну да, синергия. Пополняем. О, твой любимый. И, кстати, мы не достали мешок. Давай мне его. Да, я думаю, можно и без мешка играть. Так же интересно будет. Вытягивай. Я напоминаю, что... Здесь 23 кубика. 23. А не 24. А не 24. Так, 2. Сколько тяну? 2? It's not me.
Так, у меня кланг 4 энергии. Кланг 4 энергии, ну, взял такого, очевидно. Это взял, который приносит печать. И если у меня есть другой компаньон, плюс 2 энергии. Чего, как нездоровая тяга к печатям. Да, ну, слушай, в прошлый раз они прям 1, 2, 3, 4, 5. А что? Хорошая, тянет две карты. Две карточки тянешь. Я, кстати, не подвинулся даже. 5 карт. 5 энергий. О-о-о. Ух. Ну, есть такое, но он опасный. Я сдох в прошлый раз. Ну нет, оставлю ты убежал. Дом, дом тебе. Ну, ой, спасибо. Ну, а да, у тебя 5 энергии набрало? Да, одно победное очко. Кстати, а у тебя тут сколько? От 5 работает, если ты про... У меня, кстати, фрилансер тоже одно очко все приносит победное. Так. А, ты про победные очки? А, нет, ты же не покупался этого. Так, это что такое? Хи-хи. Итак, у меня 5. Знаете, что я купил? Ну, видимо... Ну, конечно же, том свой любимый. Тем более у меня синергия на томах, так. И у меня еще есть одна фриланс файтер, но ничего, кроме меча, не дает. Обойдемся. Неплохо. Да, если бы мне столько энергии было. Так, 2 передвижения, 3 энергии кланг. 2 передвижения. Блин. Не иди пойми, что у вас тут происходит. Раз, два. Да, передвижение, 3 энергии. Что тут хорошего есть? Мечи. Мечи. Давай я вот базовое движение возьму. Я не буду изобретать велосипед. А, не ходи. Пошумело дважды. Если я разыграю карточку и трэшу ее, эффект же она свой все равно. Конечно. Так, и у меня есть 2 ноги и 2 энергии. Хожу сюда. И 2 энергии, да, за ним. Не знаю, такой возьму. Такой хороший, да. Все? Да. Arrive, all players, все игроки получают по 7 кланг. Хожу? Да, давай. Раз, два, три, четыре, пять. Если я сгенерировал 5, я могу посмотреть 2 топ-дека и один из них стрэшить. Но остальные возвращаем на место. Потрэшил мне дискард. И трэшу одну карточку в своей игровой зоне. Вот такая отправится на трэш. Ну, мы уже посчитали, что 5, поэтому у меня есть 5. Ну, я вот такую куплю. При приобретении она мне минус 3 кланка дает, но мне всего 1. Но на будущее пригодится. Угу. В общем-то, на этом у меня есть... А, нога есть. Нога. В общем, на этом все. О, мистический смузи. Угу. Так, пошумел, нога, 3 энергии. Нога сюда. Это я. Ой, нога сюда, взял карточку. 4 энергии, 2 золотых. 4 энергии. А, слушай, я такую возьму. Ну да, не знаю, что ты тоже думаешь. Угу. Одно победное очко, печать превосходства, плюс 1 клан, когда разыгрываю. Но если я на клетке с городом, я могу полечить рану. Все плюс 1 кланг. Да что да такое? Блин, слишком много красных там. Так, а что он делает, если вы в городе возьмите карту, да? 2 кланга. Ножка сюда пришла, карточку взяла. 3 энергии. Ай. Это ангард, который берет карточку, если другой компаньон есть, либо этот, да. Нет, если ты в городе, он берет карточку. Ой, да, если в городе. Так, ангард хороший. Все? Да. Гермология, ничего не происходит. Итак, у меня тут сейчас будут разные штуки. Один шум и еще 2 шума. Угу. Вот, я смотрю 4 топ-дека. 2 беру, 2 сбрасываю. Угу. Такие сбросил.
Такие взял. Угу. Если у меня есть другой том, возьми карточку. Возьми карточку. Минус 2 клэнка. Достал. Комбо-комбушечка. Да как каждый раз одно и то же. Том и что-то, что выбирает кланки. Простите, потрэшил карточку. Я потрэшу такую, но так как здесь написано, если я трэшу стамбул, то я получаю 2 кланка. Угу. На этом мы закончим. Наконец-то. Итак, 1, 2, 3, 4, 5. Не так уж и много. Так, я победил Убря. Угу. Все игроки получили по кланку другие. Сердечко. И все другие получили по кланку. Здорово. Я собой доволен. Это было 3 мяча. Так, сколько у меня ног? 2. Два. Я получил монетку. Да. И у меня есть 5 денег. Ну что я могу на 5 денег купить? Надо что-то полезное покупать, да? Магический круг поставил твой жетон. Да, спасибо. Ну ладно. Кольцо купил, она в одно победное очко хотя бы дает. Угу. На этом, полагаю, я закончил свой ход. Кланки мои отправили куда? Ох, боже мой. Давай это все сюда, и я тащу на один больше. Ох, как много. Там зеленых сейчас насыпал. Тоже. Так, кланк. Раз, два, три, четыре, пять энергии. И одна нога. Пришел сюда, взял маленький секрет. Яйцо. Поднялся молотерекс и взял секрет за это. Ох, 7 монет уже можешь потратить, кстати. Спасибо. Взял такого, угу. Взял такого. Угу. В общей сложности одно победное очко за двоих. Ты силен, все? Да. Дымная бомба и атакует дракон. Так, тянем. Держи, надо тебе этому положи 4 кубика. Задохните. Ну что-то Денис вообще не тащит. Ну сейчас и не вытащите. Чёрт, не вышло. Ну я знаю, кто выиграл в этой партии. Кто? Я. Взяла 2 карты. Ножка хоп. Ножка хоп? Хоп, хоп. Кубичек поставил. Хоп. Так, я в лесу не останавливаюсь сейчас. Ну, типа. Нет. У тебя мечи есть, чтобы сражаться? Да, у меня куча мечей. Сюда вернулась. Взяла карту. И взяла карту. Угу. Че ты? Че? Че делать дальше? Чтобы опять схватить и сбежать? Дрой карт. Плюс 1 клан. Итого у меня... 1, 2, 3, 4, 5, 6 энергий. Я возьму вот такого. Одно победное очко. И еще у меня 2 осталось. Ну, телепорт возьму. Угу. Все? Так. Пока что... Так, мечи. Я в лесу. У меня 4 мяча. У меня еще осталась энергия. Ничего. Я побью вот такого. Я в лесу. Получу 2 этих. 2 энергии. Угу. И да, такого неплохо. Возьму. И еще. И вот этого угу. Побила. 3 золота. И... Да. 3 золота, что-то. Возьму 5 поменяю. Угу. Все. Я закончу. Это, кстати, что-то новое. Deck of many cards. Draw 3 cards. Возьми 3 карточки. Он стоит 8. И при приобретении, если вы на магическом кругу, положите ее на топ-дек себе. Ого, нифига. 8 стоит. Ну, 3 карты. Итак, сколько кубиков? 4. 1, 2, 3, 4. Ну да, вот рано или поздно так должны получше. Были начаться. Денис? Так, ну, вы готовы? Дети? Да, капитан. 2 кленка.
посмотрю 4 карты. Сбросил такие. Такие взял. Раз, два, три, четыре, пять. Минус 2 кленка. Если я сгенерировал 5, посмотри, 2 топ-дека, 1 можно стрэшить. Блин, неудачно вышло. Ничего не буду трэшить. А, и еще один сайдстеп. Ну все, на этом мы закончили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Два. Могу я получить откуда-нибудь два? Еще что ты хочешь? Ладно, хочу походить. У меня есть 3. Раз, два, три. Ну, собственно. Раз, два. Закончил свой ход в лесу. Угу. Получил монетку. Сейчас будем что-то читать. Угу. И что, у меня есть деньги, точнее энергия. Раз, два, три, четыре, шесть. Пять, шесть. А! Где мой дискорд карт? Так, ну такой. У меня еще есть 3. If you have any money. А, здесь сначала читать. Да. Исследуйте магические круги. Денис, нужно, да, нужно посчитать 183. Добби первым добрался до второго магического круга, внимательно его изучил, сделал необходимые записи настолько, насколько может записывать гоблин. И неожиданно увидел вдалеке извержение вулкана. Работодатель предупреждал о различной сейсмической активности, но Добби не думал, что все настолько серьезно. В общем-то, на этом все. Он быстренько собрал монетки и заторопился домой. Расскажешь, во что это нам вылилось? Вылилось это в извержении двух вулканов в левой части карты. Одна на месте артефакта стоимостью 15, а другая да, чуть повыше. И квест, который говорил о том, что исследуйте магические круги, превратился в квест «Круги и вулканы». Угу. Каждый раз, когда игрок встает на клетку с кругом или вулканом, он кладет свой кубик. Также кладет свой кубик. Пока непонятно, зачем это нужно, потому что там это пояснялось, здесь пояснения такого нет. И, да, и новая врезка в правилах. Теперь вулканы позволяют трэшить карточки. Любые, даже шумные. Из руки, да. Из руки а, или дискарда. Не-не, из плеерии. Ну, из руки и из дискарда. Это на правильное, да? Да. А, ну хорошо. Вот. То есть вы можете, но не обязаны. Вот. А меня вписали как выполнившего квест в финальный Associate Spotlight. Да. Знаю, правда, что... ничего это не дает? Ну, пока что. Ну, в прошлый раз, допустим, Аня выбирала вот эту, потому что она была. То есть каждый раз в первой игре ты клеил наклейки твича и превосходства, так что каждый раз что-то происходит. Так, твой ход же закончился. Да, наконец-то. Пополняем, и тут атака. Атака, мой ход. Я тащу, у нас все еще этот здесь, значит, 4 кубика. Раз, два. Три. Красить. 4. Ты 4 разных вытащил. Неплохо. Плохо. Так, кланк. Кланк. Черт. Кланк. 2 золотых. 1 нога. 3. 6. 7 энергии. 7 энергии. А ты же в городе. Да, я полечу сейчас, не переживай. Босс. Я переместился, полечился. И 7 энергий. 7 энергий. Да, не хватает. 7 энергий. Я могу дать тебе одну энергию за 50 рублей. За 50 настоящих рублей? Супер. Так, стоит ли закидывать себя кланками? У меня нет ничего, что кланки бы у меня забирало. Это такой ужас вообще какой-то. У меня все дает мне кланки. 7 энергий. Ладно. Взял ботинки. Позволяет мне не останавливаться в лесу. И взял мечи. Что без мечей, то что-то тяжко совсем как-то. Пополните рынок, Аня ходит. Аня так. Ходит. Если все игроки согласны, то каждый сбрасывает карточку. Нет. Что everyone сбрасывает карточку, затем сбрасываете эту карточку. Угу. В ином случае уничтожьте эту и добавьте крестик на Drend Enterprises Track. Я готова сбросить карточку. Я тоже. Денис! Чё-чё? Сбрасываем карточку. Ну, стамбул какой-то, ну что-то я не знаю. А, ну ладно, да, в принципе.
Да? Просто, готовы? Может быть, у меня секретная роль для Enterprise. Все сбросили стамбл, который один клан дает. Ну, хорошо. И сбрасывай. Ну, мы эту карточку сбросили, а в противном случае мы бы ее уничтожили. Ну, что делать? Куда это? Где у нас? Да вот сброс же. Аня, продолжай ходить. О, мои любимые коммерсы. Коммерс. Сюда сходила, получила монетку. Что-то я туда-сюда хожу такая в этих лесах. Монетки получила? Туда-сюда, да. Потом бы на карточку. Нет. Сколько энергии у тебя? Три. Всего то... Возьму, а этот все равно приносит вот этого всего. Ну да, но с мистическим фруктом больше. У меня пока что нету. Все, да? Дела такого, да. Фриланс-визард. Хороший. Тянет карту, и если компаньон, то тянет меньше. Да, люблю карточки, которые тянут карточки. Давай. Синергия. Потрошу карточку в дискарде. Если это стамбл, то получу два гвента. Отнял два гвента. Если есть том... Но у меня его нет. И, в общем, вот эти две карточки, к сожалению, никак не сработали. Обидно даже. Но у меня есть две ноги. И три меча. Пожалуй, пришел сюда и убил приспешника Дрен. Что там? Тут фиолетовый кубик, который мы пока не знаем, что делать. Поэтому, полагаю, я не могу выбрать. Да, да. А слушай, а я должен выбрать награду или выполнить ответ? Нет, это все тебе... Фиолетовый кубик. Прикольно, фиолетовый кубик. Причем мы видели, помнишь, такие компоненты есть? Белые кубики гули, фиолетовые... Не знаю. Ну и ты можешь потрошить карточку. Но я не хочу. Вообще отвратительный выпал. Поход. Да, поход. Но зато ты можешь в конце ты себе ачивочку сделать. Ну, это к этому потом вернемся. Что с этим? Все, это у тебя остается. Просто оставь себе пока. За один получил две монетки. И кланг. И убрал этого, который нам дополнительный кубик тянет. И четыре... Ну, тут... Не карту или надо остановиться. Но я чувствую, в конце игры мне надо бежать, стримглав. Поэтому купил себе ботинки. Минус два кланка. Каждый игрок получает по кланку. Вы чё творите? Так, ну у меня чё, 5 энергии. И я не двигаюсь. Купил. Неспешный вампир. Купил такой. Это весь путь, который ты проделал от Таверны? Да. Да, она же ходит туда-сюда. Купил, купил кинжал, одно победное очко. Купил такого, одно победное очко. А я, кстати, купил ничего. А, нет, я тоже ботинки за одно очко. Угу, пополняй. Так. Дракон атакует очень вовремя. Поэтому давайте. Аня. В этот раз три кубика. Ура. Что-то становится охотником, по-моему, гоблином. Сколько синих кубиков там? Три. Ага. То есть лидирует пока Тимур. Ну, пускай вот это лидерство за ним и останется. За вами двумя. Нет, все равно Тимур лидирует. Чему? У тебя тоже... Что? А, пять. Я в таких условиях готов быть в отстающих. В бане. Аня. Беру карту. Аня, баня. Ничего хорошего. Да ладно, все выложу. Так, две ноги у меня есть. Пришла сюда, потрэшила. Кубик поставь. Буркла поставила. Кубик. Потрэшила. Да, не сюда. Но у меня еще осталась его энергия. Итого у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть энергии, все верно. Что это такое? Ну ладно. Там такая хорошая, я не знаю, что. Мне вот это еще нравится. Всю. Ладно, такого побила. Можно одну монеточку. Держи. Так, и ну, одна энергия, да, осталась. Да, ничего не все. Пополняй. Вот. О, еще одни. Прямо в том же самом месте. Денис. У меня простенький этот расход. Три буркла. Ну, минус два кланка, вот, к сожалению, только что драконья атака прошла. Пять энергии, две ноги. Я, наверное, откажусь от этого странного плана и пойду ногами в другую сторону. Я перепугал упыря, он убежал в мешок. За это я, кажется, получаю две монетки. Да. Ура, я получил 5, сдал 3. Это была первая клетка. Вторая клетка. Хочу взять маленький секретик. Держи.
и монеточки. Ура, драконье яйцо! Поднимаем. Молотрекс на квесте злится, если... Два. Два у одного игрока. Да. Так, кубик и все, да? Ну, пять энергии. Ой, да, пять. Как так себе ход получился? Да, по-моему, хорошо. Ну ладно, такая никогда не будет, плюс одна победа очком. Угу. То есть за три будешь еще что-то брать? Нет, эксплора уже не нужно. Все получают по кланку. Что такое? Так, у меня даунгард, я взял карточку. Раз, два, три. Ой, неплохо, кстати. Даунгард, я взял карточку. Разыграл новую. Передвинулся сюда, взял маленький секрет, взял большой секрет. Маленький секрет, большой секрет. Потратил. Что там, банка? Полечил две жизни. Куда они идут? Они обратно возвращаются. Хорошо, так получше. Нога. Нога. Энергия. Нога. Значит, побил вот этим мечом гоблина. Поднял мистический фрукт. Если у меня есть мистический фрукт, такой приносит плюс 2 энергии. Итого, 1, 2, 3, 6, 7, 8 энергий. Класс, ты можешь там купить? Нет, я хочу колоду многих карт, 3 победных очка, и когда приобретаю, если я на магическом круге, положи это наверх колоды, но я не на магическом круге. Ух, это крутая карта. Все, да? 3 победных очка надо. Да, я бы это сказал. 5, 7, 10... 16. О, знаете, что я сделаю? Я в конце своего хода сдам монеты артефактов на 20. Ты не можешь. Могу. Я могу. 10. Ты тоже можешь сдать? 16. И 4. Дайте квест. 20. Молотрекс. О, божественная утка. Да? Как там написано? Любой игрок может сдать... Но не вампир. Любой игрок, кроме вампира. Да. Может сдать на, ну, типа, 20 очков токенами или золотом. Прочитай, ладно, пожалуйста, ладно. 56. Я надеюсь, тебя сожжут. Ну что, Денис, что там? Не томи. Я не Денис, я Уткотрекс. Уткотрекс. Ты приносишь ему свою жертву. И он говорит, что очень рад таким ретивым послушникам, как ты. И вознаграждает тебя. И потом это. О, ладно. И моя награда. Где моя награда? В общем-то, он просто тебя чмокнул. Губёха. Такой. Ну ладно, а чё? Давай. Ну ладно, если серьезно, он надавал тебе целую кучу ништяков. Итак, первое, что мы вытащили 3 кубика твоего цвета из мешочка. Сразу из мешочка, не из зоны шума. Это очень круто. То есть ты его как бы меньше нервируешь. Он тебе оттяпает ногу попозже. Потом он добавил новую карточку в новом хранилище. Щит из драконьей чешуи. Прикольно. Перенес тебя на своих крыльях в любое место. Тебе сейчас надо решить, куда ты хочешь телепортироваться. Блин. Есть прям очень сочные. Слушай, места. Я телепортируюсь в замок. Ну, домой, да? Домой. Это утка такси было, да? Тут 55, посмотрим. Еще не знаем, чего там, посмотрим. Ладно. Круто, 50. Круто, а в замок? Вот, и что-то еще произошло, я уже потерялся немножко. Квест убирается у нас. Да. А, и ты можешь взять карточку. А, и он тебе с барского плеча подарил что-то. Что-то подарил. Подарил, а эквайр срабатывает? Конечно. Но это же подарил. Ну, и он бесится немножко с того, что ты хочешь взять самую драгоценную. Он тебе предложил 2 рабов кинжала. Взял рубин, 2 кланка получил. А все тебе не это... кажется, что очень жирненький ход получил? Ты сейчас на сколько победных очков карт нагриндил? На 6. А вот это за 8 победных очков? А, на 3. Ты ее купил же? Ну да, 9. У меня, кстати, здесь 23 карты. А сколько тебе печати ачивка... чистоты? Печати превосходства? Да. 2. А надо? 3. Так, подожди, ну что? Губы закатывающие. Губы закатывающие, да. Это замок 55. Денис, порадуй нас. Ты как-нибудь закончишь свой ход? Нет. Ты подходишь к таинственному замку и тяжелым медным кольцом стучишься в массивную дверь.
у такого загадочного места есть довольно загадочный хозяин. Им оказывается граф Кофин. Ты узнаешь своего собрата по ремеслу. Вот, что-то подсказывает, что он тоже промышляет кровососничеством. Уткососничеством. Уткососничеством, да. Он приглашает тебя к себе, вы выпиваете что-то похожее на вино, он угощает тебя ужином. В общем, все по-человечески происходит, по-вампирски. По-человечески. Да. Человеческим ужином. Ну да. Человеческим вином. И тем временем он объясняет тебе, что у него есть братец на севере, с которым мы уже встречались, это герцог Ньюкем. Герцог Ньюкем тоже вампир? Ну, дюк, да. Дюк, да. Но нет, дюк. Он не факт, что он вампир. Вампирами не рождаются. А, ну ладно. Вот, у всех своя судьба. Ты должен об этом ты знать. Ты вот косос. Да. И он говорит, что он забыл все семейные традиции, ушел во власть, в политику и, в общем-то, совсем не бережет своих родственников. А у графа тем временем сложности с местными монстрами, если ты им можешь помочь, то он тебя отблагодарит. Прикольно. Вот, на этом, в общем-то, аудиенция заканчивается, и он дает тебе различные новые возможности в игре. Итак, начнем с того, что мы вытянули 3 новые карточки. К нам в игру и прямо в ряд приключений приходит сам граф Кофин. Граф Кофин, да. Ну, он простой довольно-таки. 6 победных очков, дает меч 2 ноги. И 6. Ой, 6 стоит 6 энергии, да, меч 2 ноги. А победных очков приносит в зависимости от того, сколько у тебя артефактов и предметов с рынка и жетонов пива. Ну, то жетон есть, пива. Жетон, ну, тут жетонов пива. Ну, то есть, ну, да. 3-4 очка, ну, то есть, где-то он приносит. Такой. Ну, такой, да. Ну, две ноги, это всегда неплохо. Две ноги меч, это хорошо. Просто по гоблинам бежать и... Угу. Вот. И две новых... Ну, то есть, он 8-й, пока мы его не купили, а потом рынок снова ставит 7 карт. Да, да. Два новых квеста. Один квест мы сразу же сейчас скажем и забудем про него на время. Он называется A Chance Encounter. Угу. Он работает только в подземном мире, в котором мы еще ни разу не были. И срабатывает, когда игрок входит в руин. Все, это все. А второй квест как раз называется Охота на монстров. Когда игрок побеждает любого монстра отсюда, то получает одну золотую монету с этой карты. Мы кладем... мы должны были 5 вначале положить. 5 мы положим на эту монету. Ну, то есть это награда, монстр хантинг, что. И, соответственно, если здесь не останется золотых, мы прочитаем определенную врезочку. Если игра эта закончится, а здесь останутся монеты, то мы прочитаем другую врезочку. Может быть, монстр захватит мир или что-нибудь такое. Ну, не мир, а, скорее всего, его коллегу. Съедят моего братуху. Братуху. Братуху, да. Положи на него, пожалуйста, эту голду. Вот, кроме этого, здесь появился стикер секретика большого. Угу. Вот, и мы назвали замок... Доксильвания? Ну, это было очевидно. Да? Да. Да. Да, да, да. Кроме всего прочего, ко всем ништякам, что ты в этом ходу получил, уточни, ты же в этом ходу получил карточку за 8, за 6 и кучу всего, ты еще получил мистический том. Да, я получил, который я уже взял, да. А напомни, чтобы выполнить одну из своих задач, тебе сколько карт надо? У меня ачивка 25 плюс карт в колоде, сейчас 23, то есть мне надо еще 2 карты купить, чтобы выполнить эту ачивку. Ну да. И до конца игры с ним. Ну да. Кстати, не упомянули в прошлый раз, мне дракон еще дал галочку в Associate статус. Да, от грубого одобрения. Да. Аня, ты можешь ходить, наконец-то пополнить рынок, вдруг атака. Да мы что-то не хотим больше с тобой играть. О, твой любимый с третьей печатью превосходства. Да? Он же атакует. Да, да, атакует. Та-та, атакует. А ты крути, крути свои комбы там. Да я честно хотя пытаюсь выиграть. А ты читишь. 3? Правильно? Ничего же не перепутал. Кроме того, что свой кубик вытащил. Да. Ладно, чё. Давай, чё там. Плюс 1 кланг. Угу. 2 ноги. Сюда получила рану. Потому что не побила этого чувака. Да? Да. Да. Сюда. Вторая нога подняла артефакт. Подняла. За сколько? За 7. Малатрек злится, мы все получили по кланку. А-а-а. Ты тоже.
Ты что, особенный, что ли? У, отличный бросок. Телепортнулась сюда. Ела яблоко. И бургу. Итого у меня 3 энергии. Так, да? Это, кстати, карточка покидает, да? Да. Не 3, 4. Потому что у меня есть мистический фрукт, и у меня плюс 2 получается. Итого 1, 2, 3, 4. 4. Эх. Ладно, вот такого возьму. 2 победных очка мне принесет. Твой ход закончился? Да. Есть пополнение. Джим Дарк Мэджик, это новенький. Он, кстати, из Адвенчур Пака. Да, из первого менеджмент пака, да, все так. Ну, я хотел у тебя подрезать карточку с печатью, но тут еще одна такая пришла. И дракон атакует. Подай мне, пожалуйста, кубики. Итак, 4 кубика. Давай. О, нет. Возьмите, пожалуйста. О, нет. Так, я попытался запланировать, но все очень сильно зависит от того, что я сейчас вытяну. Я сброшу карточку, чтобы взять 2 карты. Если я возьму то, что нужно. Кажется, я взял то, что нужно. Ладно, рискнем. Вулкан идешь, что ли? Очень опасно я делаю, да. Итак. По порядку. Минус 2 кленка. Плюс 1 кленк, не останавливаюсь в лесах. Ну вот, у меня 1 кленк сдал, 2 отнял. У меня еще кредит в 1 кленк. Правильно? Да. Еще минус 2 кленка, у меня кредит в 3 кленка. И вот такая вот. Сколько у меня ног? 1, 2, 3, 4, 5. Итак, я трачу один из мечей, чтобы пройти здесь. Раз. Получаю? Да. Раз. Два. Ничего не происходит, правильно? Три. Я могу сейчас что-нибудь купить? Да, конечно. Так, это здорово, потому что... Что я хочу купить? Я хочу купить корону. Стойте! Ну это же очевидно! Я купил кирку. За 7. Да, сдал 7, у меня ровненько 7 было. Итак, ну и так, ну то есть у меня тогда с киркой хватало-то всего. У меня еще одна нога останется, но я должен закончить здесь ход, чтобы взять артефакт? Нет, не обязательно. Тогда я потрэшу вот эту карточку, и когда я ее трэшу, я... Ты берешь две карточки. Вот это потрэшу из дискарда. И вот такая вот. Раз... Нет, где я был? Да, здесь, да. Раз, два, три, четыре. У меня шесть. Раз, два, три, четыре. То есть я могу... Ну, я артефакт взял. Вот козлица. Вот, у меня еще две ноги. Тогда раз, два. Все вроде правильно сделал. Сейчас буду читать и сперва... А в какой последовательности я должен это делать? Ну, ты закончи, и потом читай. В таком случае у меня еще 5 энергии и 2 меча. 2 меча я потрачу, чтобы убить мимика. За это я возьму 2 карточки. Вот. Я возьму карточку. Если у меня есть компаньон, я возьму еще одну карточку. Я посмотрю 4. Нет, сначала срабатывает такая. Есть компаньон, ты должен был взять 2. А, я взял одну только, да? Хорошо, вот вторая. Я разыграл такую, посмотрел... 4. Посмотрел 4, взял 2 из них, остальные сбросил. Угу. Взял карточку и такая, позволь мне потрэшить. Это вся твоя колода? Да, и вот это еще в трэше, но она считается сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать. Что, не хватает? Серьезно? Ты хотел 2 сразу купить? Ну, чтобы тебе не попало. Еще что ты хочешь? Нового вампира взял. Вампира взял. Да. У меня еще оставалось... Ну все, в общем, я ход закончу. Вампир даст мне какое-то количество очков. Да, да. Давай прочитаем, пожалуйста, 189. Ты того этого бургла скинул? Да. Ну, как скинул? Потрэш. 189. Добби натыкается на одинокую дворфейку в одной из пещер этих гор. И она просто задумчиво добывает руду. Ну, я услышал соответствующие звуки, звон этого лязганья кирки о металл.
Вот, и, ну, я с ней поздоровался, потому что я же культурный гоблин. Ну, вот, она пожаловала, что жила с этим металлом уже иссякает, и, в общем-то, она не знает, чем заняться, поэтому готова теперь дальше начать стать приключенцем, начать новую жизнь, и готова присоединиться ко мне в моих нелегких путешествиях. Прикольно. Вот так вот. Вот, если у меня, ну, то есть, эта карточка с гномом, она досталась из дополнительных компонентов игры, и она должна была пойти ко мне в кладбище, но так как у меня есть артефакт с киркой, то она идет ко мне на тубэк. И а мало... что она делает, расскажешь? Чего? Итак, она стоит одно победное очко, и когда я ее разыгрываю, выбираю одно. Либо две атаки, либо две деньги. А если у меня есть кирка, то я выбираю оба эффекта. Ого, очень круто. Вот, игра заставила дать мне ей имя, я назвал ее Алекс. В общем-то, все. Сколько победных очков она принесла? Уно. Одно. Хорошо. Все, твой ход закончился? Нет. Давай, о, ивент. Malatrex Horde. Каждый игрок, кто покажет ногу из своей руки, получает один золотой. Если любой из игроков не показал, то происходит двухкубная атака. Ногу из своей руки — это карта, в смысле? Да. Нет, ну ты можешь как в йоге. Так, сколько ног надо показать? Достаточно одну ногу показать. Неплохо. Продолжаем. Атака. Сколько там? Четыре? У тебя две жизни осталось. Да. А, ну сама виновата. Но ты еще и даже в подземелье. Someone gonna die. Да-да-да-да-да. Тебе срочно нужно лечиться. Я понимаю. Так, а чё? Два золотых. Так, стоп. Вот это же подрешилось. Два золотых, пять энергии. Купил таких и ходи. Так, вот это взял и пофиг тут эти. Что-то Денис что-то крутит, мутит. Ну я не убрал карточку, которую потрешил в прошлом. Аня входит. А я спрашиваю. Ух ты! Да, извините. Смаглер. Победи минус два кланка. Если ты в городе, два золотых. Вот, подожди, у меня что-то мечи были, блин. Ой, что ты тут крутишь? У меня были мечи, я побил такого, чтобы взять мажор большой мечи. Секрет. Ты дверь убил? Убил дверь за мажор секрет. Ой. Вы все получили по три кланка. Лошадь. Ты пополнил? А, ничего не пополнил. Ну-ка. Ложи. Сейчас. Давай. Умираю уже. Плюс клан. Минус два. Срочно просто бежать надо, сломя голову уж, я не знаю. Не могу, только одна нога. Из Danger Zone хотя бы выйди. Please don't kill me. Не так. Покупай карты, тогда никто не будет делать. Пять энергии. Ну ты же купишь. Я куплю. Ну вот. Можно мне этого эксплорера? Ногу. С ногой. Ну еще два осталось. Давай мне вот этого. Кого? Вот этого? Угу. Наемника. И я в рынке, наверное, купила... Корону. Корону, давай. Вдруг вообще не будет возможности. Ну да, логично. Так, ладно, давай все. Дальше. Денис ходит. Please don't kill me. Смотри, как он напрягся. Плюс два кланка. Угу. Посмотрю, четыре тубека, два из них возьму. Вот эти сбросил, вот эти взял. Угу. Минус два кланка. Угу. Аурикс. Если у меня есть, выбираю оба. У меня два меча запомнили и две монетки. Угу. Я возьму карточку, если у меня есть еще один компонент, возьму еще одну карточку. Так, такого можно сразу разыграть. Ничего не делает. Если у меня есть другой том в игровой зоне, я беру карточку. Так, 5 энергии. Если я сгенерил 5, могу посмотреть 2 топ-дека, один из них могу потрешить. Господи, как скучно, Денис. Простите. Ничего не буду трешить. Вот. Плюс один кленк. Неужели можно уже... Ой, план, вот, план давайте. Пошел. Да нет, все правильно. Итак. Сколько у меня ног? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И в лесу не останавливаюсь.
Раз за кирком. Угу. Два. Три. Купил рюкзак. Чтобы внести еще один артефакт. Угу. Четыре. Пять. Угу. Шесть. Потратил один... Нет, у меня три меча за дворфейку, поэтому потратил один из мечей, чтобы здесь не пораниться. Угу. Взял артефакт. Побесил дракона. У нас происходит эффект с контракта. Все, кто в руинах, получают мистический том. Ничего не произошло. Угу. Пожалуй, пора закупаться. No, please. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Извините. Я безжалостный негодяй. Нужно минус два кланка брать. Стоп. Вроде, но у меня еще два меча оставалось, правильно? Mm-hmm. Победил мимика. Mm-hmm. Взял две карты. Надо было сразу это делать. Ну, я не заметил. Минус два кланка. The fancy disguise. Я могу сбросить карточку, чтобы взять две карточки, но ничего не придет. Да. Вот, у меня появилась еще одна нога. Ну сюда пришел. Угу. Вот, и еще два меча. А ты побил или что? А, нет, тогда у меня остался всего один единственный меч после сражения с этим полгода, и мой ход закончился. No, please. No. Фух. Ну, происходит то, чего я больше всего боялся, я не могу теперь выйти оттуда. Три энергии, нога, кланк. Взял, передал ход. Класс. О, всегда бы так. Возьми две карты. Отлично, взяла. Так, сейчас попытаемся. Ладно. Я могу как-нибудь в обход? Видимо, не могу. У меня четыре ноги. Ты мутант. Нога. Ну, карту уберу. Хрень какая-то. Ладно, чё? Ничего, сходила. Раз, два, три. 4, 5, 6. 6, 7. 7. 7. Ты можешь, если боишься... А, подожди. Подожди, такая лечит рану, если но что. Но там драконья атака может быть. Ну, слушай, он в любом случае будет покупать карты. Так что не это. Не слушай его. Полечила. Просто на вакууме 2-3 жизни. На атаке будет. Еще у тебя 5. Еще у меня 5. Ты не обязан покупать, если не хочешь. Давай, эксплорера. Все? Да. Мечи есть? Да. Ну вот. 4 штука. Смотри, минус 2 кланка. Угу. Если ты в городе, то получи 2 монетки. А ты город проходила? Да. Ну вот, могла его загасить в тот момент. Типа я загасила его в городе? Если ты не потянула карточку с мечами только что. Нет, она достала бурку. О, это стамбул. Ну, если ты ее в городе убиваешь, то 2 монетки еще получаешь. Итак, минус 2 кланка. Ладно, давайте. Опять вот разводишь я меня? А. Нет, ну почему развожу? Два кланка убрала, две монетки получила. Два кланка убрала, еще у тебя два меча. Еще два меча. Кстати, это каждый раз. Вот надо отсюда брать монеты. Не забывайте. Я должен был взять... Одну. Нет, две. А... Мимика ты убил. Это, да, кстати, да. Это я бил, должен был взять. Да. Это ты бил, должен был взять. Да. И Аня бьет раз и два. Угу. Ты бьешь такого? Да, буду такого. Ну уже что, набор очков уже, что теперь? И ты 4 монеты надо взять. Взяла 5, вернула 1. Все, я такой сбросился. Ну сейчас ты точно дракон какой-то. Ну, да, ну знаешь, посмотрим. Да. Ты закончила? Давай. Dragon attack. Угу. Ладно, я насобирала. Одна драконья атака. Так. Что-то зеленых кубов там становится. Ну, это кстати, неплохо. Много. Это неплохо. Бежим. Да, я тоже так считаю, что это хорошо. Ну, сколько у меня жизней? 5? Ну, я же не могу. А, я могу теоретически за одной атаки улететь. Можешь, да. Уже не могу, простите. Ну, да. Ну, зеленок подсыпало. Бежим. Фух-фух-фух-фух. Давай, Денис, крути опять свои скучные комбы.
Минус 2 клайнка, очень вовремя. Одно движение, два движения, три движения, четыре, пять движений. Раз, два, три, четыре, пять. И потрэшил такую, но это ничего не значит уже, наверное. Ты закончил? Фига, он закончил игру. О, возьми это. Купил такую. Два кланка получил. Это важно. Нет, я два кланка, у меня было кольцо, которое два кланка у меня убирает. Где? Вот. Она, которую вначале сыграл, сказал очень вовремя. Хорошо. Она перед моим ходом атака произошла. И плюс один кубик на 6. Почему плюс? А, ну да. Ну, потому что этот парень пришел. А, я умерла. Да, ура. Давай дальше. А такой? Всем по урону. То есть только тебе. И еще. Да, и еще три, да? Да. Разложи. Вовремя сходил. Это вернулся мешок. У пять я сдохла. Взял карту. Так, два кланка. Две ноги не останавливаюсь в лесу. Перешел два. Третья нога полечил. Если у меня есть компаньон, плюс два к энергии. И еще одна нога сюда. Итого три, семь, девять, десять энергий. Ну да, очевидно. Взял такого, два печати превосходства, два фильм очка, и взял экспроллера. Экспроллера взял. Ой, кто-то сейчас не выживет. Да, что-то я сейчас умру. Блин, этот белый кубик гадский, давай еще один. И теперь две четырехкубовые атаки. За меня. Ну, ты за себя, а я за себя. Пожалуйста, дайте мне дожить. Дайте, дайте. Один. Ну ты серьезно? Простите. Блин, а? При вероятности безжалостно. Гадище просто. Итак. Вытащишь красный кубик, я тебя задушу своими собственными руками. Итак, Добби попивает пивко. Блин, мало того, достал еще. Гадство какое. Два хода не мог выйти отсюда. Круче всех. Ладно, давайте почитаем победные очки, а потом перейдем ко всем квестам. Давайте. Итак, мы почитали эти ужаснейшие очки. Денис у нас был первый игрок. Сколько же ты набрал, Денис? 76. Я схватил два артефакта, накупил много предметов с рынка, ну и... Просто с самого начала купил том, который позволяет тянуть сразу 4 карты и 2 из них сбрасывать. Это прокручивает колоду практически каждый ход. Какой, третий раз подряд уже так играешь? Да, я убедился, что эта карта хоть и опасная, но очень сильная. Но она хороша в комбинации. Ты понимаешь, здесь в колоде такое большое количество карт и всего 3 карты, которые сразу сразу же при выходе дают минус 2 кланка. И каждый раз тебе удается... Ну, то есть они выходят, чтобы ты их купил, и тебе удается собрать этот движок. Без минус 2 кланка можно очень быстро умереть, на самом деле. Ну, как в прошлый раз, по-моему, я почти... Ну, я всегда близок к смерти, если честно. Да, ну, блин, мне бы выйти. Значит, я набрал 25 очков. Точнее, я набрал 45. Минус 20, который я получил за то, что остался я в опасной зоне. Соответственно, 25. И у нас наш контракт... Гарджи, да. В конце игры игрок, который больше всех карт в колоде имеет, а это я, у меня 27 карт в колоде, я получил корону с рынка. Самая большая корона там была 9 победных очков, соответственно, у меня 34 очка стало. Да, у меня 33.
мы с тобой буквально в одну очечку. 33. Вот так у нас странно закончилась партия. Денис, поздравляем. Круто, ты вырвался вперед на очень сильно по общему зачету. Что у нас теперь происходит в игре? Давайте пройдемся по квестам. Ведьма у нас остается, пока ничего не происходит. Потом квест, который работает в подземелье. Квест на повозке, который мы все никак не выполним. Никто не останавливается. Что вот с этой тоже пока не ясно, может быть, в эпилоге круги об этом сказано будет. Круги и вулканы. Да, да. И Monster Hunter. Кстати, мой кубик надо было и на вулкан тоже поставить. Да. Ну, это не важно, но для красоты. Ну нет, вы, может быть, это у нас сейчас соперничество сработает с Dren Enterprises, может это быть, как-то может скажется. И у нас охота на монстров, мы не сняли успели, все монеты оттуда, поэтому давайте начнем с него, а потом перейдем к эпилогу. Аня, какая там, что нужно прочитать? Нужно прочитать 81. Ну, так как мы не последние уже люди в этой гильдии исследователей, нас пригласили на очередной бал, в этот раз к герцогу Нюкину, Дюке Нюкину. Надеюсь, там не будет сопельных нарядов. Ну, ты напомни, что ты до сих пор, по-моему... Ходишь в этой шляпе? Да. Вот. Просто прям к замок Нюкину? Прямо к нему на бал, но он забыл все старые распри и просто посмеялся над нами, что, помните, моего братца, который живет на юге и все о всяких крестьянах да деревенщинах беспокоится. Недавно дал клич, что нужно местную популяцию монстров уменьшать, чтобы крестьяне простые не страдали. Ну, в общем, не знаю, кто такой ерундой может заниматься. Главное, чтобы моя корпорация, которую я нанял, Дренов, она таким не занималась. Вот, это привело к тому, что мы добавляем еще один крестик на треке Дренов, а этот контракт уничтожается. Серьезно? Так, а это вообще можно было как-то избежать? Все, победить монстра. Блин, мы такие неудачники, честно говоря. Так, крестик, ну ладно, крестик я поставлю, правила я просто убрал, это уничтожается. Давайте пройдемся, мы же позакрывали достиженьки. Давайте начнем, раз у меня все с меня. Все просто. Я, вот эта одинарная ачивка, у меня надо 25+, карт в колоду, 27 я закрыл. И какие галочки я получил? У меня бонусная галочка за Малатрекса была. Я закрыл линию ачивок. Я закончил с больше, чем с нулем очков. И это все. Аня? Я взяла первый артефакт в игре. В смысле, самое первое схватила? Ну, да. И это закончила... Нет, она же первая схватила его здесь. Да. Вот. И закончила не с нулем. Все. Все, одна галочка у тебя. Я получил новый артефакт с стоимостью 15, и это закрывает мне ряд, это дает мне галочку. Кроме этого, я должен трижды победить Дранагента, это вот сегодня произошло первый раз, так что победил. Будет охота в следующих играх, да. За что я еще получаю закончил галочки? Закончил не с нулем очков и победил. Ой, ты до серебряного статуса почти линии дошел. Эх, а что? То, что он линию закончил? Он не закончил. Ну вот. Смотрите, он одну закончил, он поставил, да. Эх, одной галочки не хватило, жалко. Да. Аня, а где наш этот лист? Нам нужно эпилог прочитать. Да. И давайте я впишу сюда очки пока. По-моему, там 50. Да, Денис Ранов. Прочитай 58, пожалуйста. Мы тихо-мирно возвращались, ну, кто на повозке доезжал, кто побитый из леса возвращался, возвращались в нашу штаб-квартиру, в нашу таверну, мы там все собрались, и на нас неожиданно напали какие-то бандиты. Вот при ближайшем рассмотрении удалось понять, что это не просто бандиты, а прислужники Dren Enterprises. Они быстренько нас спеленали, вот, заковали и... Ограбили. Вперед, да. Ну, еще не ограбили, сейчас я об этом расскажу. Вперед вышла женщина, сама Портенция Драгон. Опять ну, она догадались, да, это наш, мне кажется, достала антагонист. Но она сказала опять в своей манере ироничной, что молодцы, что бегали по лесам и делали всю работу за нас, и собирается отобрать у нас часть исследований, которые в основном Добби несчастный добывал. Вот, завязалась потасовка, нам чудом удалось уцелеть, избежать из таверны. Мы ничего не придумали лучше, как пойти докладываться нашему нанимателю с остатками тех исследований, что удалось вырвать из лап врагов.
Ну, тем не менее, Арчиха, которая нас нанимала, ей этого показалось достаточно, поэтому она нас отблагодарила. Конечно, успехи могли быть получше. Ну, и особенно отблагодарили меня отдельной вот галочкой на коробочке. Грубое одобрение, как называется в этой игре. За то, что я провел все основные исследования, в общем-то. На этом все. И еще немножко по играм. Да, получив галочку, Денис достиг серебряного статуса. Мы сейчас прочитаем об этом, расскажем тоже. И правки к буквально к событиям трехминутной давности. Дело в том, что зачитывались эти минус 20, ну, зачитывались очки минус 20 очков, потому что у нас такой сценарий был, потому что у нас такой квест был, а сейчас... Никто нас не вывозит. А сейчас никто нас, судя по всему, не вывозит. Да, поэтому я набрал 0 очков. Я набрал 0 очков и... Грустный трамбон. Все, да, все оказалось бессмысленно. А когда мы набираем... Кто-то набирает 0 очков, хотя бы один, точнее, игрок набирает 0 очков, мы ставим крестик сюда. И также мы поставили еще один крестик за то, что Drain Enterprises в части исследований у нас все-таки сперли. То есть мы поставили на злодейский трек 2 крестика, и в итоге мы достигли опять какой-то отметки номер 88. Ну, слушай, в этой компании сколько всего? В этой миссии конкретно сколько крестиков поставили? 3? 3? 3? Кошмар. Злодеи, мы очень плохие приключенцы. Игра насилует нас. Ну, что-то... Или мы ее. Не справляемся. 2 крестика, 88... Денис, давай начнем с плохих парней, а потом твой серебряный статус чекнем. Хорошо? Давай, 88. Итак, что же произошло за то, что у нас трекер Drain Enterprises достиг очередной отметки сюжетной? Вообще, в городе, во всей этой местности выявляется тенденция того, что приключенцы, всякие новички, начинающие искатели легкой наживы, определяются в один из двух центров рекрута. Ну, это... Либо к нам, либо к да, нам. Либо... К нам никто не пойдет. Это спойлер, блин, такой. Ну да. Вот, либо в нашу корпорацию, как мы называемся? Acquisition Incorporated. Либо Drain Enterprises. Кстати, помнишь, мы в первой партии, я ошибся, я сказал Inquisition. Да, вот. Мы на самом деле Inquisition Incorporated, блин. Никто к нам и не идет. Вот, все это подтягивает местную экономику, и торговцы начинают продавать всякое барахло, свитки воскрешения, которые не срабатывают, поддельные ножи, шляпы невидимости и так далее. Собачки. Ни к чему к хорошему это не приводит, поэтому у нас в колод добавляются 2 новые карточки. Ну вот здесь ивенты. Здесь да, ивенты. Какие-то мероприятия, о которых мы еще пока не знаем. Жетон. Да, и мы добавили один жетончик секретный. Ань, продемонстрируешь? Вот. Ну, просто какая-то сюжетная развязка. Посмотрим. Да, это... Вытянем, да. Еще, может быть, не скоро это с нами произойдет. А что касается моего серебряного статуса, мне пришло официальное обращение, как обычно, в воздухе появился пергамент, вот, который поздравил меня с тем, что я такой ценный... Сотрудник. Спасибо. Ценный сотрудник. Сотрудник месяца. Да, сотрудник месяца. Гоблин месяца. Вот, я на самом деле очень везучий, я считаю. И сказали, что для нашей штаб-квартиры выделены дополнительные средства, и мы можем улучшить нашу таверну. В игровой механике это свелось к тому, что мне позволили выбрать очередное улучшение для таверны. Напомню, что в предыдущей игре Аня выбрала нам 7 карточек в ряду приключений. Да, это был такой... колодец предсказаний. А я выбрал нашего маскота у нашей команды. Талисман нашей, теперь. Да, талисман будет. Это будет крыска с названием Сплинтер. Пойми. Ну, вот так вот. Пойми Сплинтер. Да. Да, с названием Пойми Сплинтер. Ну, я говорю уж как гоблин. Что он делает? Ты книги читаешь. Ты каждую игру... Нет, я книги не читаю, я их дерусь. А, ты их воруешь просто. Воруюсь и дерусь. Воруюсь и деру. Вот. Что делает Сплинтер, когда... Дракон достигает своего последнего трека ярости, дракон-утка. Он видит нашего милого маскота, умиляется, и 3 черных кубика возвращается обратно в мешочек. Учитывая, что у нас игры происходят довольно плотно под конец, я решил, что... Да, со смертью вампира каждый раз. Градус напряжения ослабить. Кстати, ты некрозис получаешь. Я получу некрозис, опять начну с минус 10 очками. Нежить. Послушай, каждая четная партия, вампир умирает просто... Акция. Каждый четный труп, блин, да, бесплатно. Из 4 игр я умерла 3. Ты получила так очки за это, а я с 0 закончил. Так что, ну, да, гоблин у нас пока тащит, надеюсь. Кстати, а что про подземный мир?
Ты забыл сказать. Мы, следующая партия у нас уходит в подземелье? Ну, ты, в общем-то, это и сказал, да. Да? Больше а нет, ничего ну, нового. Ну, как это звучало там? Нет, просто говорят, что следующее наше задание будет в Underground. Круто, там же полкарты нет, ну, наверное. Ну, у нас тут еще наверное, да. нет. Ну, мы вернемся. Мы еще ну, к да, этому вернемся. Да. Обязательно. Это же все? Ну, я надеюсь, эпилог мы зачли. Все, да, спасибо. Спасибо вам, что вы посмотрели эту чумовую партию. Она воистину была прям такой чумовой. Странненькая. И очень насыщенной. До встречи в подземном мире. Пока.